Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это платье «Лилия». 999 рублей цена. Скидка составляет почти 50%. И это выбор нашего стилиста Светланы Воронцовой. Я не могла себе отказать в таком удовольствии. Надеть платье меньше 1000 рублей и еще настолько комфортным, для меня это настоящий подарок. Мне очень нравится, как это платье без коррекционного белья корректирует мою фигуру. Давайте разбираться, в чем секреты новой весенне-летней коллекции известного бренда Оумис. Олечка, несколько слов хочу сказать о конструкторе дизайнера этого бренда Ирине Московцевой. Ирина заказывает материалы из Италии, она живет там 17 лет и сегодня дарит вам это европейско-итальянское настроение в преддверии весны. Ну и, конечно же, что распускается весной и летом? Это цветы. Поэтому за основу своего нарядного платья Ирина взяла флористический принт. И сегодня вы получаете платье в цветочном дизайне, которое всегда поднимет вам настроение. И есть 3 варианта расцветки. Я выбираю сегодня розовый цвет. Называется «Розовые розы». Разбавленные лаймовыми лепестками и цветочками создают поистине весенне-летнее настроение. А вот этот оттенок также покорил меня. Он называется «Белые лилии». Здесь мы видим с вами нежно-пудровые оттенки, разбавленные лаймой. Очень красивый, богатый рисунок. Оленька держит в руках для себя голубые цветы. Поэтому давайте прямо сейчас предлагаю выбрать размер. Давайте, тем более у нас от 46-го до 62-го есть пока все размеры во всех 3 цветах. Советую многим женщинам обратить внимание на то, что наше платье «Лилия» обнимает женский силуэт. И для того, чтобы вам чувствовалось комфортнее, женщины с секретами фигуры, советую сразу берите на размер больше. Например, Мариночка Пигашкина носит у нас размер 54, но Марине платье размер в размер. Платье обнимает область бюста, переходит плавно в линию талии и подчеркивает бедра. Если вам хочется, чтобы это платье сидело на вас свободнее, выбирайте на размер больше, как, например, на Татьяне Бабуровой. Давайте посмотрим. Таня выбирает тот же цвет, что и я, розовые розы. Танечка носит сдвоенный размер 50-52, выбирает 54. Платье более свободно садится в области талии и спускается по линии бедра. Женщины в возрасте выбирают на размер больше. И женщины с секретом фигуры. Виктория носит размер 48-50. На Виктории платье 52 размера. Как же замечательно, как же освежающе смотрится на вас платье «Лилия». Забирайте из прямого эфира, делайте выбор в пользу хорошего настроения, высокого качества от бренда «Оумис». И сделайте свою первую покупку, ваш первый заказ. Тем более, что сегодня самая доступная цена именно на платье «Лилия». Звоните, звонки все абсолютно бесплатные. Ну а еще мы делаем вам подарок к 8 марта. Сделав заказ в рубрике «Мода», вы получаете вместе с посылкой еще и подарок. Это миниатюрное компактное зеркало. У нас разные дизайны, сюрприз, какой придет именно к вам. Причем такое зеркало отлично будет помещаться у вас в сумочке и всегда будет кстати, чтобы вы могли посмотреть на себя и полюбоваться. Набирайте наш номер телефона «Платье Лилия». Ограниченная партия, максимально выгодная цена и 3 расцветки на выбор. Но мне очень нравится, Оля, то, что платье комбинирует флористический принт и однотонный цвет. Это очень эффектно сказывается на настоящем силуэте. И женщины в период весны, многие садятся на диету. Наши коллеги даже сегодня уже ограничивают себя в еде, чтобы к 8 марта выглядеть эффектно. Ну а для того, чтобы выглядеть эффектно, вам достаточно сделать правильный выбор в пользу платья «Лилия». Давайте еще раз посмотрим на нашу красоту и сравним, а сколько сегодня вообще в магазинах стоит нарядное платье? Ты знаешь, нарядное платье, особенно с новой коллекцией, стоит значительно дороже. Давайте посмотрим. Цены, вы посмотрите. Во-первых, у нас цена и так недорогая. Завтра будет почти 2000. Сегодня только один день. 999. А в магазинах подобные наряды стоят от 3,5–4 тысяч рублей. Свет, ну ты знаешь, красивые расцветки, элегантный крой. Очень богатый, я бы сказала. Это хорошо, а ткань? Вот теперь хочется поговорить о комфорте. Сразу хочу сказать, что в пошиве его участвует декоративная вискоза. Чем хороша декоративная вискоза? Этот материал внешне похож на шелковистую основу, но благодаря тому, что здесь сочетается лайкра, вискозное полотно и полиэфиры, это платье
платье отлично будет вас устраивать в носке. Платье хорошо тянется. Обратите внимание на эластичность этого наряда. Хорошо. Посмотрите, и возвратный эффект. Когда в материале много лайкры, такие наряды будут радовать нас долгое время. Мариночка, повернись, пожалуйста, чуть-чуть полубоком, замри. Именно здесь бренд Олмис Ирина Московцева делают акцент на симбиозе двух материалов. Не случайно. Если вы выбираете для себя такой наряд, знайте, что именно благодаря сочетанию однотонного темного цвета и цветочного принта вы просто моделируете свою фигуру. Наши бедра, зона талии, область бюста, ручки кажутся более изящными. Ткань как будто бы обрезает излишки фигуры и лепит новый силуэт. Вы получаете комфортное, изысканное платье. Почувствуйте себя желанной, женственной. И платье Лили — это так легко и просто. Набирайте наш номер телефона, звонки бесплатные. Ограниченная партия, 3 цвета на выбор. За 999 рублей к вам едет ваш наряд на 8 марта вместе с подарком зеркалом. Ну что, Свет, мы зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я знаю, что многие женщины мечтают о таких вещах, за которыми не требуется определенного ухода. Поэтому прямо сейчас мы проводим с вами эксперимент. Он показывает, на что способно трикотажно-вискозное полотно. Мы видим с вами ни одного залома. Больше того, платье не деформировалось при скручивании. Значит, такой наряд будет идеально, когда вы возьмете его с собой, например, в отпуск. Не за горами весна, там, глядишь, и лето. Этот наряд порадует вас не только в сочетании с легким шарфом, но, например, вы можете накинуть кардиган. И пока сейчас мы посмотрим с вами еще раз посадку наряда, я попрошу дать мне кардиган в прямой эфир. Сделайте свою первую покупку сейчас. У нас для вас представлены платья в трех цветовых решениях. Размеры есть до 62-го. Если у вас есть секреты, нюансы фигуры или любите посвободнее, возьмите на размер побольше. Вы получите к платью 2 подарка. Первый подарок – это зеркало. Зеркало получает каждый, кто делает сегодня любой заказ в рубрике «Мода». Ну а если это ваша первая покупка, то вы получите еще и золотую бонусную карту. Дорогие мои, что я вам говорила? Это то, что мы можем сочетать в рубрике «Мода» с вами совершенно разные бренды. Например, стильный жакет «Аксель», который представлен сегодня брендом «Престиж». Стайл украшает наш наряд. Жакеты будут в конце нашего модного часа, и вы сможете выбрать и заказать для себя любой понравившийся цвет. Готовьтесь к 8 марта, будьте самой-самой, ведь вы цветок, который распускается от комплиментов и от радости.